Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы с вами будем играть в игру Зомби Цунами. Ну что ж, ребяточки, погнали вперед, 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 как говорится. Так, ну что ж, давайте играть будем. Так, наши зомбики, ребяточки, бегут. Прыжок, отлично, отлично. Перфект, ребяточки, это означает, что мы собрали все монеты. И это, ребяточки, просто замечательно. Так, два зомбика машину еще, наверное, не перевернут. Побежали дальше. Прыжок. Отлично, отлично. Так, собираем все монеточки, вот эти, которые здесь нам разработчики, ребячки, оставили. Это нам нужно для прохождения игры. О, еще одного дядю съели. Отлично, просто супер. Прыжок. Отлично, отлично. Второй прыжок. О, отлично, ребячки, съели парашютиста. Прыгаем, тут машина едет. Нужно прыгать. О, ребячки, мы мусорный бак уже, собственно, с вами перевернули. И это нам дает преимущество того, что мы забрали оттуда зомбика. Так, бомба, нужно быть более аккуратным. О, девочки, ням-ням-ням-ням-ням, какие же вы вкусные. Ребятки, все, уже 10 человек. Нас 10 человек, мы уже съели только что всех. Вау, ребята, это ниндзя. Вы только посмотрите на это ниндзя. Вы только посмотрите. Вай-вай-вай-вай-вай. Вы только посмотрите, это ниндзя, ребят. Так, прыжок, отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Стоит отметить, что я в любой момент, ребятки, могу утратить все свои жизни. Либо провалиться в яму, как всегда, либо еще непонятно, что сделать. Так что давайте понемножку поиграем и посмотрим, что же нас ждет в этих зомбиках, ребятки. Давно мы уже с вами не играли, ребята, в эту игру. Так, половину зомбиков, как всегда, растерял, отличненько. Смотрите, машины переворачиваю на раз-два. Танк, нет, нет, танк не смогу. Побежали, побежали, перепрыгиваем, потому что танк... Мы с танком проиграем. Ой-ой-ой, дорога валится. Ребята, что же делать? Дайте мне пробежаться, дайте мне пройтись куда-то. Ой-ой-ой, такси забрало моего жизни одного зомбика. Тихо-тихо, прыжок, отлично. Прыжок, хорошо, замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, что ж такое? Так, что это у нас? О, ребятки, это головы надулись у нас. Все, это баллон, ребята, это шарики. Ой-ой-ой. Давайте вот так вот, отлично. Неплохо, неплохо, ребятки. Вот так вот, замечательно. Ребята, у меня... Нет, у нас не хватает, чтобы птичка нам родила. Ребяточки, я совсем нечаянно думал, что мы сейчас... Перевернем его, но мы не сумели перевернуть танк. Ну что ж, ребятчики, давайте пойдем дальше. Что нам нужно? Так, это наши мозги, ребят. Нам их нужно с вами продать. А, мы их продадим, когда наберется более полная, да? Задача у нас, ребятчики, следующая. Выиграйте один лотерейный билет. Осталось один. Используйте цунами на полную мощность. На протяжении 15 секунд. Взорвите 5 бомб с помощью квотербеков. А что это? Я и сам не понимаю, что такое квотербеки, ребят. А, квотербеки, это, наверное, ребячки, такие штуки, которые будут мне... Которые у ниндзя вот эти есть, что ниндзя бросают. Это, наверное, оно. Ну что ж, давайте начнем. Погнали. Ням-ням-ням-ням, иди сюда, отличненько. Отличненько, отличненько, ребяточки. Отлично. Просто супер. Прыжок. Неплохо. Прыжок, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, давайте, наверное, будем убегать, потому что мы... Просто-напросто у нас не хватит сил для того, чтобы перевернуть все это, ребят. Реально. Прыжок, прыжок, отличненько. Сколько монет? Вау, ребята, круто. Аж 78 монет там мы собрали. Так, ребята, где же найти квартербеки? О, все. Теперь нам попадутся квартербеки. Это вот такая вот штука. Раз, два, три. Четыре, пять. А сколько нам нужно сделать? Разрезать бомб. 10. Так, отлично. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребятки. Так, автобус мы с вами не подужаем. Побежали, побежали, побежали. Прыжок, отлично, прыжок. Супер, ребята, просто классно.
Так, супер. Так, что это у нас, ребят? Какая-то штука мы выронили. Еще раз, неплохо. Вау, воу, прыжок! Нет, 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 ребятушки, мы подорвались на одной бомбе. Вертолет, вертолет. Так, ребятки, осталось три зомбика у нас осталось, и с этим нужно что-то делать, ребят. Вы не подскажете, что? Как-то надо нам более-менее, ребяточки... О, нет, 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 пожалуйста, у нас три зомбика осталось, ребята, три штучки. Где еще дяди и тети, чтобы превратиться в зомбиков? Пожалуйста, дайте мне их. О, отличненько, два парашютиста мы захватили. Ну, в принципе, двоих мы и потеряли только что на бомбах, видите? Если бы военные не расставляли здесь так много бомб, ой-ой-ой. Все, ребячки, всех зомбиков своих я, собственно, потерял. Здесь у меня нету денег, чтобы начать заново. Так что давайте, ребяточки, продолжим нашу игру снова. Погнали! Так, теперь это ковбой в шляпах, ребяточки. Посмотрите, какие шляпы мы купили для своих зомбиков. Давайте пособираем вот эти монеты. Неплохо. Опа, вот так вот. Иди сюда, дорогая. Все, девочку мы съели. Прыжок. Прыжок. Отлично. Ну что ж, ребяточки, отличненько, я думаю. Я думаю, довольно неплохо у нас получается с вами играть сегодня. Так, я самый главный, и за мной зомбик. А, один зомбик, ребяточки, не выдержал. И упал в яму. Не смог он пройти, ребятки, мое задание. Кто не со мной, ребятки, тут против меня. Так, что это у нас? Дракон, ребятки. У нас дракоша. Давайте лучше вот так вот будем делать, потому что дракоша просто-напросто может только летать и больше ничего не может. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дракоша кусок себя потерял, ребятки. Хвост дракошеку немножко, так сказать, порубли. Прыжок, отлично. Отлично, отлично. Просто супер. Ой-ой-ой, ребятки, все зомбики упали в яму. Ну как такое может быть, ребята? Все зомбики упали в яму. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте, наверное, переиграем нашу игру. Погнали. Вот, ребят, на этот раз зомбик мой в бейсболке, ребят, посмотрите. Опа, прыжок, отлично. А вон, смотрите, на дому, ребят, пытается зомбик скинуть человека. О, пытается его съесть. Вот, и мы съели одну подружку, отлично. Теперь нас двое в кепочках. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Отлично, просто супер. Так, теперь я могу переворачивать машины. Да, танк я пока переворачивать не могу, ребяточки, и не буду. Потому что это не по мне. А вот машины в самый раз. Все, ребячки, футболисты. Мы футболисты. Отлично, ребята, мы стали футболистами на некоторое время. О, я не прыгать не умею, я совсем забыл. И практически, ребячки, всех футболистов я только что потерял на ямах. Потому что совсем забыл, что они сальто не делают. Нажал два раза на кнопку, а они не прыгают сальто, они просто так, потому что у них форма, ребячки, тяжелая, и они просто вот так вот прыгают, как есть. О, отличненько, парашютист как раз тут, как тут. Теперь нас 5 человек, 5 зомби, то есть. Ой, 2 зомби упали в яму, 3, 2 осталось, ребячки, давай, 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 еще немножко. Давай, давай, побежали, побежали. Я знаю, вы сможете. О, мы на пляж. Ребячки, ночь закончилась, и мы уже с утра на пляж прибежали, вы только посмотрите, как это круто здесь бегать. Вы только посмотрите. Самое главное здесь не проиграть, потому что в любой момент здесь можно попасться либо на бомбу, либо на машину, либо на вертолет, либо попросту упасть в яму при землетрясении, и все. И тогда, ребячки, начинай, как говорится, сначала. А нам нужно эту игру проходить, собственно. Так что будем, ребячки, потихонечку ее проходить с вами. Прыжок, 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 побежали, побежали, побежали. Так, это что у нас? Ребята, это у нас жук-мозг огромный. Вот он такой вот, зомби-мозг.
И это довольно-таки, ребятчики, круто, я вам хочу сказать. Он уничтожает все на своем пути, если вы видите. У него есть мощный такой лазер, который стреляет с глаза, видите? И я убиваю, ребяточки, всех подряд, отлично. И даже танк, ребята, я сокрушил. И это просто, ребятки, замечательно. Нас 9 зомби бегут. Опять уже, ребятчики, настала ночь. Опять здесь куча бомб. Ребятки, мы опять забежали в Голливуд. Все зомбички, ребятчики, конечно же, у нас растерялись. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько мы сегодня с вами поиграли. Я думаю, этот уже ролик будет подходить к концу. Так что, ребятчики, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. С вами был, как всегда, Юра, вы были на канале Funny Games. Мы играли с вами в Зомби Цунами. Пока-пока, до скорых встреч в следующих моих видосиках. Пока-пока, ребята.